Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на Первом независимом ЗАБТВ. Спонсор прогноза погоды ООО «Биотек». Компания «Биотек» представляет комплекс лекарственных трав «Санатон». Сильное напряжение, тревожность. Комплекс натуральных лекарственных трав «Санатон» обеспечит контроль над эмоциями днем и восстановит сон ночью. «Санатон» – соната ваших эмоций. 4 июня свой профессиональный праздник пока неофициально отмечают крановщики или машинисты крана. Люди, без чьей работы невозможно себе представить ни одну стройку, ни один завод, ни один порт. В этот день в Чите нас ожидает пасмурная погода и небольшой дождь. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Ночью будет плюс 5, плюс 7. Днем нас ожидает до 16 градусов тепла. Оставайтесь на Первом независимом ЗАБТВ и до встречи в эфире!